Итак, друзья, на обзоре у нас снова Netbox Global. Это первый децентрализованный браузер с поддержкой блокчейна. За то, что мы скачаем и установим данный браузер, мы получим 20 токенов Netbox Coins и получим их абсолютно бесплатно. На данный момент эти 20 токенов равняются где-то 50 рублей. И что самое классное, друзья, не нужно абсолютно ничего ждать, просто устанавливаем данный браузер, далее дожидаемся 100% синхронизации, она занимает где-то 1-2 часа. Самое главное, когда будет проходить синхронизация, данный браузер просто должен быть у вас открытым. Вот и все. Дождались синхронизации, и далее вот эти вот токены, их сразу можно вывести на биржу. И далее уже с биржи вывести на свой Pair кошелек. Это первый ответ, друзья, на ваш вопрос. Вы спрашивали, как вывести вот эти вот токены с биржи на Pair. Дальше в видео я вам покажу, как это сделать. Также смотрите, друзья, давайте вот перейдем в мою статью. Я специально для вас создал просто подробнейшую статью, как установить данный браузер, как в нем пройти регистрацию, далее как получить вот эти вот токены и вывести их на биржу. В моем случае данная биржа является биржа CREX24. Просто, друзья, если вдруг вам что-то будет непонятно в видео, вы можете ознакомиться с данной подробнейшей статьей и по этой статье 100% получить вот эти вот 20 токенов. Также хотел сказать, друзья, я уже неоднократно встречал в различных биржах микрозадач, что вот эти вот токены, их просто скупают. Мне также многие подписчики писали, что благодарят за данные токены и говорят, что данные токены они оставляют. То есть вывели данные токены на биржу и далее никто их не обменивает. Потому что очень многие понимают, что эти токены, они действительно ценные, друзья. Также за то, что вы будете пользоваться данным браузером, смотрите, вы каждый день абсолютно на халяву будете получать по одному токену NBX. Чтобы вы понимали, на данный момент один токен где-то около 500 сатош. И вот этот вот один токен, его сразу можно вывести на биржу CREX24. Просто на данной бирже, друзья, идем в счет, вбиваем NBX. Вот наш токен. И смотрите, мы его можем пополнить. Вот здесь вот нажимаем пополнить, когда вы уже будете выводить средства с данного браузера. Данный браузер классный. Я им пользуюсь уже вторую неделю. И не собираюсь его удалять, друзья. Потому что я здесь абсолютно на халяву получаю вот эти вот токены каждый день. Они отображаются вот здесь вот у меня в кошельке вверху. И у вас будет то же самое, если вы будете пользоваться данным браузером. И смотрите, после того, как вы полностью установите данный браузер, и если вы сразу захотите вывести данные токены, то вот здесь вот просто нажимаем Send. Далее в нашей бирже берем кошелечек. Вот здесь вот нажимаем Пополнить. Берем вот этот вот кошелек. Копируем данный кошелек. Снова возвращаемся в браузер Netbox, в личный кабинет, который мы зарегистрировали. И во вкладочке Send вот сюда вот вставляем данный кошелек. Ошибочка. Давайте вот скопируем. Вот скопировали. Вставляем вот так вот данный кошелек. Далее вот здесь вот Amount. Вставляем количество токенов, которые мы хотим вывести. И далее вводим платежный пароль. Платежный пароль — это тот пароль, с помощью которого вы создавали аккаунт в Netbox. После этого нажимаете Send. И ваши средства в течение 15-20 минут прилетают на биржу CREX24. А теперь смотрите, друзья. Меня многие спрашивали, как вывести с данной биржи деньги. Можно, конечно же, сразу вывести в рублях. Вывести, к примеру, на Kiwi кошелек. Но минималка там составляет аж целых 250 рублей. Конечно, можно сначала здесь сделать депозит. Добавить вот эти вот средства, которые вы получите в токенах. И потом снова на Kiwi, к примеру, вывести уже не 250, а где-то 300 рублей. Но я поступил лично по-другому. Я просто пошел вот сюда вот в рынке. Смотрите, друзья, как просто круто сейчас на данный момент торгуется данный токен. Торги реально идут очень активно. И самое главное, что эти токены мы можем получить сразу. Итак, смотрите, что я сделал дальше. Дальше я просто взял вот здесь вот, где баланс, количество своих NBX. Просто нажимаем вот сюда вот на баланс. Далее нажимаем «Лучшая цена» и нажимаем «Продать». Все, мы за одну секунду обмениваем наши токены на биткоины. Далее вот здесь вот сразу в рынке, после того, как мы обменяли наши NBX на биткоины, мы выбираем валютную пару «Биткоин Лайткоин». Просто вот так вот в поиске забиваем LTC. Все, смотрите, друзья, теперь, когда у вас будут вот здесь вот ваши биткоины, вы просто нажимаете на баланс снова и нажимаете «Лучшая цена». Два раза нажали и нажимаете «Купить». Все, далее там пройдет около 50 минут, ваши биткоины обменяются на лайткоины. Потом мы снова идем вот сюда вот в счет. Слева в поиске вбиваем LTC. Так, видим, что у меня сейчас по нулям. У вас, конечно же, здесь будет не по нулям. Далее нажимаем вывести. Теперь мы идем на Pair кошелек. Смотрите, друзья, вот я выводил с CREX24 вот такую вот сумму в лайткоинах. Далее выводил вот такую вот сумму. И за один обмен у меня вышло где-то 67 рублей. Но у меня там токенов было не 20, у меня их было немножко больше. Теперь мы просто на Pair кошельке идем вот сюда вот в баланс.
опускаемся ниже, нажимаем «Пополнить именно Litecoin кошелек», нажимаем «Копировать», скопировали наш Litecoin кошелек, идем снова на Krex24, далее вставляем наш кошелек и вставляем сумму в лайткоинах, которую мы хотим вывести на Pair кошелек. После этого вы нажимаете «Вывести», вам моментально прилетает на почту письмо, где нужно будет подтвердить вывод средств, вы подтверждаете данный вывод. И все. И в течение 5 минут ваши лайткоины поступают на Pair кошелек. Что мы делаем дальше, друзья? Далее просто нажимаем «Обменять» уже в самом Pair. Вот так вот нажали. Теперь выбираем счет, выбираем наши лайткоины, где они у нас будут. И далее выбираем или доллары, или рубли, или куда мы хотим обменять наши лайткоины. К примеру, просто выбрали рубли. Далее вот здесь вот, где отдаю, вводите всю сумму в лайткоинах, которая у вас есть. Вам автоматически покажет, сколько это будет в рублях. Нажимаете обменять, и все. И средства уже у вас на Pair кошельке. Я думаю, здесь все понятно. Также, друзья, не забываем, как я вам и говорил, смотрите, в NetBox Global, если вы просто оставите данный браузер, вы его не будете удалять, вы абсолютно на халяву будете вот сюда вот в кошелек каждый день получать по одному токену. И по желанию сможете сразу же выводить данные токены. Я думаю, здесь также все понятно. На этом этапе я видео буду заканчивать. Я надеюсь, я просто подробнейше рассказал вам про проект NetBox Global. Друзья, данный проект считается одним из самых-самых перспективных на данный момент, поэтому обязательно участвуем. Получаем токены на халяву. А также, кому понравилось данное видео, ставим пальцы вверх. Подписываемся на мой канал, кто не подписан. Ну, я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч!